Три захватывающие истории. Три судьбы. Три поколения. История о мечте. Лен, дай мне слово, что ты закончишь. Нет, Макс, так не пойдет. История о принципе. Не буду я ваши БАДы, которые вы покупаете за копейки, впаривать как лекарство. История о пробуждении. Ну что мне теперь, в тюрьму садиться, что ли? Владимир Вдовиченков. Я понимаю, что ты злишься. Я сам бы злился. Андрей Чанов. Да! Денис Косяков. В неделю нужно продавать минимум одну коробку. И Мирослава Карпович. В звездном киноальманахе «Побег за мечтой». Не понимаешь? Не хочешь понять?